Свою историю Веденская средняя школа номер 3 ведет с 1966 года. Именно тогда было построено здание. Серьезных работ по реконструкции здесь раньше не проводили, а потому капитальный ремонт был крайне необходим. Демонтаж начался в начале мая. Спустя месяц объект посетил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Демонтированы полы, демонтированы потолки, вывезен мусор. Сейчас будет обустройство сетей. И потом все строительные работы как положено. Сроки очень сжатые. До 1 сентября, в конце августа, школа должна быть сдана. По словам директора, 1 сентября ребята не узнают родную школу. Обновится не только фасад и внутреннее наполнение. Полностью изменится образовательная среда. У нас составлен дизайн-проект, который на этапе еще планировки, заключения контракта был подготовлен, где мы предусмотрели зоны не просто учебных кабинетов, но и трансформируемую образовательную среду, где каждый уголок школы будет иметь свою образовательную ценность. Депутат заметил, что в будущем, кроме ремонта, следует обратить внимание на близкое расположение от школы автомобильного трафика. Здесь проходит ЦКАД. И вот избыточный шум, который появился в связи с тем, что увеличится трафик, увеличится скорость движения, конечно, тут надо думать так, чтобы не влиял избыточный шум на учебный процесс. Сейчас на объекте задействованы более 50 человек. Все работы выполняются в срок согласно графику. Полина Бахова, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».